серьезно? Кадыров донатит на ЗСУ, Рогозин взялся за яйца и трясет ягодицами, Симоньян обвинила коллег по брехне цеху в Галюнах, Пригожин и Шойгу решают, кому валить в тайгу, ну и кинжал, как масло, вошел в деревянный, ну то ли Хаймарс, то ли Патриот, кто их разберет. Мене звуть Олена Центила. Погнали! Дочекались. Вони зникли. Червоні лінії, які від «Ой, чого ви не зустрічаєте наші танчики з квітами?» пересунулись аж до Кремля, а от тепер і геть зникли. Випарувалися, бо що? Не тими ротами, недостатньо вопутіньонними ці лінії язиками вимальовували. Хто із руководителей Росії хоч раз називав, що іменно являється красною лінією? Коли Путін говорив «Вот это і это являється красною лінією», а я тебе скажу, он этого не говорил. Ни он не говорил, ни министр обороны не говорил. Они говорили, что существуют красные линии, но что скрывается под этой формулировкой, мы можем только гадать. Кто-то считал, что это удар там по Крымскому мосту, кто-то считал, что это теракты в России. Мы не знаем, что имеется в виду. И гадать я не буду, потому что я не хочу эти вещи даже вслух произносить. Ой, а что ж теперь и с этими красноразлинейными делать-то? Тот случай, когда красные линии покраснели от стыда. Красные линии, соответственно, надо было их либо называть, либо надо их держать. У нас вот красные линии. А красные линии сдвигались. Отступили от других красных линий. Это реальная граница или это еще такая линия в песке, которую можно стереть и новую линию нарисовать? Ну и про наши сильные, эластичные красные линии. То есть тянутся, дотянулись уже до Краснодарского края. Куда-то там еще могут тянуться. Это, конечно, печально. А заразом и вся колода пропагандистів. Бо торочить Маргарита, всі кувалдою прибиті. І вважається різне. Усім показалось масово. Красних ліній не було. Это коллективная галлюцинация. А мы здесь рассуждаем о том, что они все передены. Мы их сами придумали. Сами себя убедили, что вот это и была красная линия, сами расстроились, что она передана и ничего не воспоследовало, и сами обсуждаем это уже второй год в студиях федеральных телеканалов. Спасти честь, если такая есть, всей пропагандистской свистобратии взялся вот этот работник коммунхоза в Екатеринбурге и обновил, наконец-то, красные линии, ну, чтобы туристы знали, где там достопримечательности. Достопримечательность недели – Кадыров на танке. Бородатый мальчуган залез на броню. Цікаво, сами выдерся, чи допомогли? Абрамсы пытая. Хех, детская педальная машинка ваш Абрамс. Хи-хи. Вот настоящая мощь. Модернизированный Т-72. Усовершенствованный, улучшенный. С комфортом и удобством Майбаха. Ну, тут все разом семьевось. Он превосходит иностранную технику по боевой мощи, управлению, защите и удобству эксплуатации. С ним любая атака, как рыбалка на яхте. Одно удовольствие. На таком танке будем въезжать в Киев и проводить денацификацию. Попутно, раскалывая Абрамсы, как орешки. Ждите. Я жду, и ждя моя страшна. У понад 200 тысяч вылилась вона. Ждем. Уже ж 15 месяцев як, септо рік минув, вода тече. Де там ще у вас тече? Ну, у Кадирова мало що дах тече, ще й копитом б'є. У прямому сенсі. Пам'ятаєте оцю історію кадирівського коня, який зник з Чехії у березні? Коня тоді ще у 2014-му заморозили. Умовно, звісно, він потрапив під санкції після анексії Криму. І от раптом тварина зникла. Не було, і от прискакав скакун. Виявляється, то українські спецслужби одразу, після того, як запустили бойових комарів у токсичних медуз, а Кадирова перетворили на гарбуз, рішили поіграти в канікрадов. Это версии Дондона. На меня через посредника вышли представители украинских спецслужб, которые предложили выкупить ЗАЗу. Ну, це коня так звуть. Обошлось мне его возвращение, внимание, 18 тысяч долларов. Да, именно в такую сумму его тогда оценили чешские органы правопорядка. Учитывая его реальную стоимость и прекрасную родословную, это сущие копейки. Отлично. Отлично, когда Кадыров донатит на украинскую армию. И сам в этом признается. Что обычно за таким несется? Он уже враг народа и пособник терроризма. Ну, что там за донат на ЗСУ у них за покарання? В списки вносят, на стовпах вишают. А, еще не вишают? Та це ж скоро, і вони цілком серйозно. Кадирову дійшло і стало стрьомно, тому він і склепав нову героїчну і безкоштовну версію повернення коня. В момент передачі скакуна на границі українська сторона либо задумала щось вне плана, либо не поділила між собою. Сторона не поділила. Поки представителі спецслужб
Украины выясняли между собой отношения в присутствии моих людей и коней. Последние просто забрали коня, не отдавая деньги. Соловьев ані на секунду не зупиняється в своєму прагненні всіх у крові потопити і почепити ярлик «Ворог народу», «Зрадник», а далі піти за національними ознаками, розрізом очей і кольором шкіри. Такий собі нацизм-сталінізм соловьовсько-гурульовського розливу. Мне вообще нравится, как постепенно народ догоняет то, что вы говорите, и то, что вначале им казалось чуть ли не экстремизмом, теперь становится понятным и четким, ясным направлением мысли, чуть ли не безальтернативной точкой зрения. Ну а что, враги и есть враги. Паникеров во время Сталина, которого они так зовут, расстреливали. Враги народа есть, а понятия нет. И все говорят, ну как так? Вот там при Сталине было. То, что было при Сталине, надо взять самое лучшее. И сегодня, наверное, во всех здравомыслящих средствах массовой информации, у всех наших людей есть нормальное понимание того, что сегодня идет война. И в этой войне есть те вещи, которые делать крайне необходимо. Те враги, которые уехали, они нам гадят из-за границы. Так війна чи не війна? Чи від того СВО не осталось нічого? Раптом що? Новосибірські вчені листа написали. Просять пояснити, а де ж закінчується наука і починається госізміна? Чотири колег учених арестували, один погиб в СІЗО. В Кремлі знаєте, що відповіли? Що не можуть дати якусь реакцію. Що ж, бойтесь? Дышите і бойтесь. Ілі не дышите. Бо ж там, де вони зараз опинилися, ну це їхній міністр економіки колишній каже, дихати не так уже і приємно. Не то плохо, что мы в ЗОПе, а что мы решили в ней обустраиваться. Так а что? Гребите себе, как хотите, только от нас отвалите, а? Но если серьезно, то что они там своим лапшеедам показывать по телеку будут? В интернетах кастрированных писать и перед камерами о чем плясать? Вы точно маете нескінченний перелік варіантів, тому що показуватиме зомбоящик, якщо не Україну, допишіть мені в коментах, а ми на наступну програму рейтинг складемо гіпотетичних новин за поребрика без України. Поки ж Рогозін, який взявся за яйця, своїх немає, то занатівські. Для того, чтобы победить Украину, надо победить Запад. Понимаете, да? То на есть, Украине. То есть игла вот эта украинская, она в этом яйце. А яйцо натовское. На натовское, ага. Да? Значит, и здесь надо понимать, что, наверное, эскалация будет необходима с нашей стороны. Надо сделать так, чтобы у них начались ягодицы трястись от страха. Но каким образом это сделать? Ядерные испытания начать проводить? Ну, например. Помилуйте, какие испытания и чьими стараниями? Давайте відверто. Рогозин на своих ягодицах, чтобы тряслись, вот и устраивает словесный тверк. То ли чтобы снова затряслись от страха, то ли чтобы показать, что свои подчинил, то ли не дают покоя лавры генерала Матовникова, ну, тот, который зараз є для куражу, голу дупу покажу. До речи, дядько зник с радарів разом із рушником. Зрештою, як і аналогованетний кинжал. Ну, і зараз коротко о том, каких кинжал воскликнул «Я поражен», когда впервые увидел Киев. Причому не один. И Киев, мать городов русских, увидел в первый и в последний раз-то. Наши ППО, боженьки, целовать руки и очи тех, кто сбивает всю ту кинжалинью. Вони теж сбивают языками, як жаби. От усі патріоти світу одним кинжалом розрізали. Российский гиперзвуковой кинжал впервые уничтожил американскую систему ПВО «Патриот» в Киеве. Или, как говорит Путин, пощелкал. Минобороны подтвердило, что минувшей ночью российским ракетчикам удалось провернуть хитрый маневр. Помимо батареи «Патриот», армии России удалось поразить и другие военные цели. По данным Минобороны, удары также нанесли по пунктам дислокации подразделений ВСУ и складам с вооружением. Все цели ударов достигнуты. Конечно, подтвердили. Чего бы не подтвердить. Все цели ударов, 4 автобуса вот горят, 2 двухэтажных туристических, несколько машин во дворах разных районов Киева, ну и чуток поврежденный бетонный жираф в киевском зоопарке. Ну, конечно, перепуганные животные. Цели века. Достигаторы вы, мамкины. По Киеву прилетело очень мощно, причем прилетело, и это важно подчеркнуть, прилетело именно по военной инфраструктуре. Підозрюю, це в корито до слона? Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев поражен зенитно-ракетный комплекс «Патриот» производства США. Точно. Все одразу, навіть ті, які ще в США.
одразу по тому, як знищили всі хаймарси, взялися за патріоти. Одним кінжалом, як рубанули, самі друзки залишились. Зенітно-ракетну батарею повністю умножив на нуль. Тобто там практично, мабуть, нічого відправляти, навіть і на капітальний ремонт. І найголовніше, все-таки вполне можливо, що і погиб бойовий розрахунок, на подготовку которого были истрачены и средства, и время. Это не подтверждает украинские источники, но то, как Игнат, представитель их ВВС, то, как он это не подтверждает, это и есть самое, что ни на есть очевидное подтверждение. Ну почему же не подтверждает? Еще как подтверждает, вошел как кинжал в масло. Знищити систему, ну це с якимось там кинжалом, но це неможливо. Тому все, що там вони розповідають, я думаю, що нехай залишиться так. У них в їхньому в архіві їхньої пропаганди. І, кстати, случайно вот так вийшло, що вчених-розробників тих самих незбиваемых гіперзвукових кинжалів, після збиття которого не було, обвинили в госізміні. А якщо серйозно, то якщо їм вірити, то вони вже знищили у 8 разів більше авіації, ніж ми маємо за всю історію. І так, CNN перевірила інфу у 3 високопосадовців зі США, які знають, що там насправді з нашими патріотами. Так от, ЗРК «Патріот» має незначительне повреждення, інспектори США його обследовали, система функционирует, в ремонте не нуждается. Ну, что ж, лупашить кинжалинью, калибринью и все остальное ракетобесие патриоты, походу, могут и с поцарапанной краской. А они готовят новую каску. То, что мы увидели, патриоты не могут сбить гиперзвуковые ракеты. Ага. Нужны абсолютно иные комплексы будущего поколения. Даже комплексы противоракетной обороны не смогут сбить кинжал. Никогда, совершенно никогда, как и крейсер «Москва», совершенно потопить невозможно. А, оказывается, можно? И аллигатора сбить вертолет К-52 тоже никак. А и тут попали в просак. О, сколько вам открытий чудных готовит украинский мир? Но скоро, и мы серьезно. А вони вже готуються. Наповну і не соромляться, що перемог не буде, тому рекомендаціон – спокойствие, только спокойствие. І поискать в банки ще хоч капельку варенья. Вот этот пассажир нашел, только из чего варенья-то не ясно. Мы тоже должны понять, эта история надолго, и нам нужно просто спокойно работать и жить, решать свои вопросы, свои проблемы, строить современное социальное государство, перестраивать экономику. И ко всем событиям, происходящим на фронте, не относиться фатально. Мы выиграли, значит, все, это окончательная победа. У нас какие-то временные неудачи, значит, все, это катастрофа. Ничего подобного. Ничего подобного и намека нет на то, что призванные на военные сборы резервисты попадут на фронт. Це їхній очільник комітету Держдуми з оборони Картополов заявляє. Ну чого ж не вірити пану Картополову? Це ж він заявляв, що електронних повісток не буде, а вони є. Да і мобілізації нет. Ну що ви проводили? Вторая волна? Разве это волна? Это море волнуется раз, море волнуется два. Что? Помощь сім'ям мобілізованих? Тут максимум дрова, ну і то, якщо повезет. И гробовые, если тебя, конечно, кто-нибудь найдет. А тогда мобилизация не нужна. Вы ж помните, скільки была армия, скільки мобилизовали и скільки домобилизовали. Никакая нам волна мобилизации не нужна. Что нам совершенно хватает тех ребят, которые идут туда добровольно на контракт. Льготы? Да. И льготы, и выплаты. И страховки не заработают никогда, ни на какой работе, ни в каком движении, ни в каком возрасте своей карьеры. Еще раз для тех, кто не дослышал. Очень классно, что все вы там живете в бедности и грязи. Марш в окопы. Сразу. І да, за статистикою, чим бідніший регіон, тим більше загиблих. Найбільше в Туві, Бурятії та на Алтаї. Тим, хто хоче отримати, бодай, шанс вижити, зась. 15 років за рішоткою. Тим, хто в Вагнер перейде, Мінрозоборони уже тут. Чого це? Того, що оці мобілізанти плачуть. Їм не платять, їсти пити не дають, а гинути і гнити. Ну, все одно, то хай би серед найманців. Командування наше не осуществляє вовремя подвоз провизии, воды, продовольствия, боеприпасов, вовремя эвакуации раненых. Мы все хотим защищать Родину в подразделении ЧВК «Вагнер», чтобы мы знали, что за нашими спинами есть тыл. Хотим воевать, реально воевать. Вот. А не чтоб так было, что нас бросили как котят и забыли. «Все вы врете», — кричит Маргарита. У контрактников потрясающие условия и те возможности. Погодите, хрипят депутаты, так Вагнер вне закона, потому всех их снова ждет зона.
ЧВК, частная военная компания, это незаконное вооруженное формирование. Да они не могут уйти из армии на фронте. Есть целый ряд законов, какое-либо самовольное оставление частей и так далее. И уголовно наказывают за это. От 10 до 15 лет. Депутату Соболєву оркестранти передають розпечено кувалдовий привіт і обіцяють вновь приліт, точніше, в інше місце. Хотим сказати депутату Соболєву, якщо ти будеш совати свій нос, і страна із-за таких як ти проіграє війну, нам прийдеться прийти на Красну площадь, і щоб захистити свій народ, росіян, а тебе і таких як ти в жопу. Поэтому езжай к нам сюда, престарелый. Товарища Соболева надо проверить, так говорится, анализ у него взять на дизентерию антироссийскую. Что хочется сказать человеку, который позорит слово генерал Соболеву? Картонная, собирайся, иди на фронт. Покажи, на что ты способен, болтун безмозглый. На цей заклик автоматично реагує Соловйов. І в нього гикавка кілька місяців на слові «контрнаступ». Скільки не перевертає календар разом із Шуфутінським, ніяк дату знайти не можуть. Весеннє контрнаступлення може бути тільки весною. Это що, сложно понять? Чоловік з лицом куриної гуски не може понять, що весеннє наступлення може бути тільки весною. Весни осталось совсем немного. Да, я понял, это требует... Это же контрнаступление. Поэтому это может быть контрвесной. Да. А весна может контрить. Невже? Невже ми дочекалися моменту, коли Соловйов роздивився себе у дзеркало? Знаєте, моя бабуся казала, не роби з рота курячу попу. Тепер дивлюсь на Соловйова і розумію, про що це вона. Ну і наостанок. Фрагмент з виступу Noise MC. Во время исполнения следующей песни нужно обязательно загадать желание. Только никому его не рассказывайте, а то не сдохнете. Ви теж загадали, правда? Ну то скоро. І ми серйозно.